Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Все то, что я буду говорить в этом ролике, является лишь моим мнением. Также хочу вам рассказать, если вы все принимаете близко к сердцу, если вы очень такой впечатлительный человек, то лучше это видео не смотреть, так как может некоторая информация, так сказать, ну, вам очень не понравится. Вот. И то, что я говорю, я никому его не навязываю, это просто чисто мои мысли. Сейчас такая будет тема очень интересная, нашумевшая, которая в личку мне просто уже очень много людей спрашивают, просто говорят, а вот что ты думаешь про биткоин? Почему у тебя не было ролика о криптовалюте? И что ты думаешь вообще о биткоине? Стоит ли сейчас в него инвестировать, либо же не стоит? И я вам расскажу свою точку зрения, при каких обстоятельствах биткоин может стоить 1 доллар и даже ниже. Какие обстоятельства могут произойти? Сейчас это звучит как бред. То есть, ну какой биткоин будет 1 доллар стоить? Это было лет там, 10 назад, там, 15 назад, лет не 10, там больше даже. Вот. Давайте сейчас перейдем на график и посмотрим то, что было за один год. Мы видим рекордную отметку 64 тысячи долларов, где-то тут было. Нет, на 5 лет, наверное, давайте поставим. Вот, и тут где-то он у нас торговался. Давайте перейдем на максимум. Тут у нас биткоин стоил даже 300 долларов где-то в отметке. Это было в 2015 году, 7 лет назад. Ну, примерно так все и есть. Вот. И смотрите, давайте сейчас вот все-таки к этой отметке перейдем. Биткоин стоил 64 тысячи долларов. Затем у нас была небольшие коррекции, затем у нас был памп, затем пошел опять дамп, затем еще дамп, затем еще дамп. И что сейчас происходит на рынке? Смотрите, на мой взгляд, все-таки то сейчас состояние с рынком, которое вот произошло, это очень сильно отразилось на криптовалюте, на всей криптовалюте, потому что сейчас видим то, что в странах СНГ, скажем, не очень благоприятные условия. Если не говорить, там канал не об этой теме у меня, вы сами понимаете, у меня больше про заработок, но об этом уже нельзя не упоминать, потому что у многих людей сейчас проблемы, срочно нужны деньги и так далее. И в связи с этим курс, конечно же, пошел, немножечко пошел дамп, немножко произошла коррекция. И люди, которые уже богатые, состоятельные, они увидели, ага, пошла коррекция, значит, ну давай я хоть что-то заберу. Я вложил туда там 10 тысяч долларов, сейчас у меня там лежит там 3 тысячи долларов. Да давай я хоть их заберу, потому что это все рухнет вообще. И вообще там к такому нулю опустится, что ну его, я уже не верю в этот биткоин. Вот так вот происходит. И сейчас как делают? Некоторые рассказывают, что вот крупные ребята, у которых есть миллиарды долларов, запускают новости, то что будет курс еще ниже, чтобы им закупиться по выгодной цене. Тут есть два варианта событий. Зачем крупным ребятам закупать рекламу для того, чтобы покупать по более низкой цене, если неизвестно, что там дальше будет, как развернется рынок. Конечно, это и есть, этот фактор он есть, и без него тут никак. Вот, пишите тоже свои мнения в комментариях. Вот, но теперь поговорим, при каких обстоятельствах биткоин может стоить ниже 1 доллара. Вот смотрите, рынок сейчас может развернуться, рынок может очень даже хорошо развернуться, пройдут там, так сказать, тяжелые времена, начнется у людей, деньги появятся. Но, например, вот представьте, просто закройте глаза, то, что появляются новые технологии, какие-то, например, материальные, скажем так, деньги. Ну вот как простой пример, вот и Илон Маск придумал, например, какие-то материальные карточки, которыми ты можешь рассчитаться, там купить, например, какой-то там телескоп, какое-то оборудование, и эти акции, они подкреплены какой-то гарантией. И там, ну, на перспективу, на лет 5-10, они обещают, ну, рост, такой же рост, который там, ну, как это правильно сказать, обещают нам настолько высокий рост и высокие гарантии, выше, например, даже чем блокчейне. Все люди побежали верить в биткоин, потому что его невозможно взломать, невозможно ваш кошелек украсть. Вот, и от чего цена зависит? Цена зависит в первую очередь от ликвидности. Чем больше холдеров, тем выше цена. Соответственно, эти крупные ребята, которые имеют там миллиарды долларов,
я не буду говорить миллиарды, я буду говорить 10, 20, 30 миллиардов, потому что 1 миллиард долларов на цену сильно не повлияет. Эти крупные ребята думают, ну есть перспективы, цена хорошая, но может я лучше в эти акции вложусь. Начинают вкладываться в акции, цена из 16 долларов, например, происходит дамп. Затем происходит обратная коррекция, потому что все-таки некоторые люди увидели, ну цена уже ну 8 тысяч долларов, ну дай-ка я куплю, ну может 10 будет. Происходит обратная коррекция там на 10 тысяч долларов, потом снова пошел и опять снова дамп идет, потом 3 тысячи долларов. Серьезные ребята, которые содержат состояние целое, начинают еще продавать. Но еще есть тот фактор, который может какой-то человек забыл пароль там от своего Binance, и он автоматически становится холдером. Кто-то потерял флешку, кто-то еще что-то. И снова пошел дамп. Проходит, скажем так, еще, например, один год, два года, смотришь, цена уже биткоина там $300, $200. Все люди, которые не понимают ничего в криптовалюте, идет такое сарафанное радио, то что нужно скорее продавать, нужно срочно продавать, потому что уже был 100 тысяч долларов, уже 200, уже $100, уже $5, уже $1. И все, и просто эта тема перестает работать. То же самое происходит с BNB, Cardano ADA, значит на сети ADA монетка Cardano, Polkadot. Все просто летит куда-то, непонятно куда, с космической скоростью. То есть такие события могут произойти. Если выходит какая-то новая стратегия, допустим, какие-то акции, ну, эти акции должны быть подкреплены. Или выходит новая какая-то идея, то, что перспективнее гораздо криптовалюты. То есть, вполне вероятно, что такое может быть. И вполне вероятно, то, что через лет 10-20 криптовалюта просто будет неактуальная. Это чисто было мое мнение. Возможно, я ошибаюсь, но я прикрепил те факты. Потому что если люди видят в чем-то перспективу, люди туда идут, деньги. От этого зависит ликвидность. Чем выше денег крутится в этом товарообороте, тем больше ликвидность. Соответственно, если все продают этот товар, к примеру, там взять, ну, допустим, какие-то там предметы вам нужны там по ремонту там автомобилей, начинают пропадать все автомобили, все переходят на электроавтомобили. Конечно же, ликвидность опускается, и никому уже эти предприятия становятся не нужны. То же самое происходит на рынке и с биткоином. Так что не нужно мне там говорить, то, что биткоин будет стоить там 200-300 тысяч долларов. Есть два варианта событий. Если при условиях, если не выйдет чего-то нового, новых технологий, возможно. И тогда могут все люди просто переключиться с этой темой, той же BNB-шки, те же Binance, с этой всей криптовалюты, сойти, если происходят выгодные какие-то акции, перспективные направления. Если этих акций не будет, то вся криптовалюта сохранится. Но эти акции должны быть не просто акции, это должно быть что-то вот, ну, нереально крутое. Возможно, какое-то там четвертое измерение там придумают. Или там вместо интернета какие-то будут порталы, где можно будет там как бы из точки А в точку Б быстро перейти. Может быть что-то такое. Пока этого не будет, и возможно это будет не в ближайшем будущем, все-таки верим, то, что биткоин будет отметка там и стоит $200 тысяч. Это более, ну, вероятный, скажем так, вариант событий. Вот такие у нас были сегодня новости. Побольше вам профита, не забывайте о рисках. Ну и до новых встреч.